Всем привет, с вами Спанч, и это туториал о том, как сделать вот такие вот цифровые часы. Они отличаются от таких вот аналоговых тем, что на их табло выводятся цифры. Пока что они считают до 60 секунд, но я надеюсь, что в скором времени я что-нибудь с этим сделаю. Как бы поставлю минуты и часы. Мы с вами будем строить такие часы. Как включаем, чтобы не тормозило. И сразу же приступим к постройке. Хотел сказать пару слов, почему я не сделал минуты. Дело в том, что чтобы сделать секунды, я рисовал на бумаге схему, как можно сделать так, чтобы было, как бы у нас есть 7 сегментов и 7 к ним выходов. И нужно сделать так, чтобы на каждый сегмент подавалось 10 разных значений. То есть значения тут, конечно, всего по сути 2, включено-выключено, но нужно сделать из каждого сегмента в его положении цифры. Сделать, то есть, саму цифру. То есть, если, допустим, мы отсюда этот сегмент переставим сюда, то у нас получится цифра 3, в данном случае цифра 2. Вот, и поэтому после долгих каракуль на бумаге я нашел выход. Это вот такая вот штука. Еще хочу сказать, чтобы меня не обвинили в плагиате, это то, что в принципе идея таких часов не моя. Я видел видео, в котором чувак просто так кружился и показывал, что часы такие построены. Как бы на сам механизм я не смотрел, потому что он его не показывал, да и мне неинтересно. Когда я вижу какую-то идею, я предпочитаю сделать ее сам, потому что уже новых идей нету. А когда додумаешься сам, то появляется такое удовлетворение Майнкрафтом. Вот, и то есть это все делаю сам. Только сама идея того, что часы работают на поршнях, была введена мной из одного видео. Вот, и я высчитал, что чтобы такие часы работали с таким механизмом круговым, нужно 4 на 4 блока. И 2 из них не нужны. Получается на что? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 цифр. Чтобы сделать десятичные числа от 0 до 5, 10, 20, 30, 40, 50, в принципе, используется та же схема, только немножко удлинена. Мы берем здесь 5. 4 на 5. А не 4 на 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. И удаляем в ней по блоку. Получаем 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 и 5. То есть, для того, чтобы построить. Проблема еще в том, что внутри такого, вот в этом, внутри этой пространства, такого коридорчика, здесь же будет 10, 7, 8 блоков, должно находиться постоянное питание, которое будет передаваться через шерсть. И я сделал это вот таким способом. Поэтому как минимум приходится строить 2, 4, 4 блока в ширину. Поэтому здесь я взял 5 и 4 в высоту, чтобы схемы не так сильно отличались. Вот. То есть, и разместил их повторно. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 0, 1, 2, 3, 4, 5. Оба, как бы, составляющие цифры, они одинаковые, просто расположены по кругу, вдвойне. Вот у нас примерно так идут сами цифры. Это 0, это 1, это 2 и так далее. То есть у нас есть 7 сегментов. Сегмента, но это слово привязалось ко мне после одного туториала буржуйского, там чувак назвал видео часы, табло с 7 сегментами, и я начал называть эти штуки сегментами. В принципе, я уже не знаю, как их назвать по-другому, кроме как не сегменты, поэтому буду часто это слово повторять, хотя оно мне нужно, не нужно надоело. В общем, я говорю
том, что у нас есть 7 сегментов, и каждый блок отвечает за подачу питания на этот сегмент в зависимости от цифры. То есть это цифра 0, у нас задействованы 6 сегментов, кроме одного, тот, что посередине. В цифре 1 задействовано только 2 сегмента, а остальные как бы в этом случае не проводят питание. И вот из этих 10 рядов составляется такой вот круг, квадрат, которые движутся по циклу. Поэтому, ну и вот то, что здесь отвечает за цифры от 0 до 9, 10 здесь, они расположены повторно. Вот так. Значит, к чему это все говорил? На игру как встроены часы. Вот, и я еще не сказал о том, что я сегодня потратил около 6 часов на создание туториала. И в конце уже, когда подводил итог, до меня дошло, что я поставил не в ту сторону. То есть здесь идет слева направо весь механизм, а я начал строить справа налево, чтобы смотреть и ориентироваться во время создания туториала. И потом уже понял, что мне просто некуда, невозможно поставить десятичные числа, и пришлось эти 43 гигабайта удалить туториалом. Фраб записывает по 4 гига. Вот. Надеюсь, больше не буду ошибаться. Значит, начинаем с клок генератора. Поставим его повыше. На две клетки от пола. Вот. И начинаем строить площадку. Так, пока хватит. Делаем клок-генератор. Сразу поставим рычаг. Факел. Репитер в третьем положении. Включаем, чтобы не отвлекал. Ставим еще один репитер в четвертое положение. Ставим блок и к нему подводим оба выхода. Ставим факел. Инвертируем сигнал. Делаем из него два вывода. На один сразу ставим репитер в третье значение. С этой стороны, в данном случае с левой, ставим блок. Еще один блок. На каждый из них подводим, ставим по факелу. Этот выход пойдет к нижнему блоку, а второй пойдет к верхнему блоку. И у нас получится вот такая вот частота двух факелов. Но если положить редстоун, то видим, что на него воздействуют сразу оба факела. И получается два коротких и один длинный сигнал. Ну, короткий сигнал не проскакивает. Вот когда мы инвертируем его, мы увидим, что получается только один сигнал. Короткий и быстрый. Вот она, основа часов. Как бы его темп, ритм. Ага. Так, и начинаем строить механизм. Только что я записал уже полчаса видео, потом ложанулся, не поставил не в ту сторону поршни. И уже подвести табло не получалось. Поэтому в тот раз я буду аккуратней. Да что такое? Отступаем одну клетку вправо и две клетки от выхода. Ставим 8 поршней. 8 поршней. И ставим обсидиан. Я привык ставить обсидиан для страховки, потому что бывает такое, что схема заглючит, и если у нас, допустим, будет такое же круговое движение, то и, допустим, нижний поршень по какому-то багу игры, или, допустим, потому что мы где-то нечаянно нарушила схема. И он не успел толкнуть шерсть наверх, она не ушла. И это все по кругу пойдет и начнет выдавливаться и наращиваться. Вот так. А схема нарушится. У нас, так как у нас каждый ряд как бы имеет свое количество и правильное расположение шерсти и стекла, которое не проводит
сигнал. Нам придется все это заново перестраивать, поэтому лучше подстраховаться обсидианом. Хотя, если схема работает, то как бы, выдавливаться ничего не будет. Поршни будут успевать толкать шерсть по кругу. Так, мы поставили первый ряд. Идем дальше. Я возьму красную шерсть. Отмеряем 4 клетки. Ставим здесь рычаг. Он нам потом пригодится. Отмеряем 4 клетки и делаем другой ряд поршней, который будет толкать теперь эту шерсть налево. Отлично. И еще 4 клетки. И теперь нам нужны поршни, которые будут толкать эту шерсть вниз. Также ставим поршни. Также 8 штук. И последний ряд, который будет толкать шерсть направо. Отлично. Теперь можно проложить редстоун. Почти во всех версиях попыток версии этого туториала я использовал репитеры. Как бы у нас идет по диагонали. О, я прошу прощения, я взял ширину 5 клеток. Ничего страшного. Так, я использовал репитеры на... То есть у нас идут они по диагонали. У правого, верхнего и левого, нижнего должна быть одна частота. А сейчас, в последней попытке ставить туториал, я сделал без них. И так даже лучше. Так работает чуть быстрее. Сносим все это неугодное. Вот теперь как надо. Кладем редстоун. Здесь нам нужно будет ставить репитеры, чтобы подвести питание к поршням, которые стоят на земле. Здесь попроще, если можно подвести и сверху, и сбоку. Табло у нас будет... Здесь мы тоже подведем питание сбоку, потому что если он будет табло, и чтобы ничего не воздействовало на эти блоки шерстью и не запитывало их, поэтому поставим их сверху. И здесь можно обойтись и сбоку, но это не так важно. А здесь у нас, если у нас здесь стоит один репитер, значит там уже поставить один репитер и здесь, а другие... Другая диагональ обойдется без задержки сигнала. Поводим листом и подводим его. Черт, здесь как раз таки необходим репитер. Просто уже после 100-тысячной версии туториала уже сейчас пол первого ночи, я начал делать туториал с часу дня, и все время что-то не так. Я уже спешу, так и завтра на работу, и уже стараюсь все делать, уже меньше объяснять и немного путаюсь. Так, здесь у нас идет один репитер и внизу один репитер, значит эти два должны быть без задержки. В общем, мы сделаем вот так. Сигнала хватает. И отсюда выведем редстоун, в котором
цепи которого будет репитер. И даст нам минимальную задержку. Неважно, как вы подведете, я подвожу так, вы можете подводить как вам удобно, чтобы это было красиво и компактно. Я для примера буду строить так, как быстрее. Проверяем. Включаем основу. Смотрим. Да, и мы не подвели питание к нижнему левому ряду. Это можно сделать вот так. Отлично. Проверим, как работает. Что-то визуально мне не нравится. Нет, все работает четко и гладко. Так, ништяк. А теперь нам нужно будет проложить постоянное питание, которое будет передаваться через шерсть. Табло у нас будет слева, так что ставим репитеры в эту сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Конечно же, без задержки. Ставим факел и кладем редстоун. Вот такое вот минимальное пространство. Ну вот, все. Положим здесь пока шерсть, чтобы сигнал передавался. Можно отключить. И начинаем запасаться разноцветной шерстью. Нет, сначала нам нужно построить все-таки табло. Строим табло. 4, 8. Ориентируемся мы на... Секунду. Значит, ориентируемся мы на предпоследний поршень, потому что последний будет играть роль перекидывания значения на десятичные числа. Отступаем. Сначала вводим. Все-таки сначала выводим шерсть. Вот здесь. Разные цвета нам необходимы для того, чтобы знать, какая дорожка, каким цветом подходит к какому сегменту. Так, коричневый и возьмем голубой. Коричневый. Так, 1, 2, 3, 4, 8. Отлично. Надо было сделать раньше, потому что нам придется положить здесь репитеры. Но это мы еще будем переделывать по ходу подводки питания к табло. Так что это не очень важно. Главное, это первые два выхода. И здесь нам необходимы там такой вот змейкой. Единственно, мне как бы так пришлось поставить мне, только потому что просто по-другому не получалось, только не думал, как вывести 7 сигналов, когда они так тесно друг к другу расположены. Как бы тут без репитеров не обойтись. Отлично. Так, берем, что у нас было.
Ну, шерсть красная. Все, сигнал есть, инвертированный. Теперь строим табло. Я построил это, потому что я ориентировался от этого выхода. Отступаем 9 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на 10 начинаем строить табло. Краем, вот в данном случае, к розовому блоку шерсти. Можно, ладно. Да, построим так. И здесь нам нужны липкие поршни. Поднимаем высоту на один блок. То есть вот так. Да чтоб тебя. И строим табло из 7 сегментов. Я уже не помню, в этой версии туториала говорил про то, как ко мне прицепилось это слово. Сегмент. Вот таким образом делаем табло. И сразу же его... Сразу его лучше как бы утопить, чтобы было, цифры были более различимы. Вот у меня несет Panther Switcher. Я предпочитаю такую вот как бы белую шерсть, ну, которая имеет такой сероватый оттенок, и темно-серую шерсть. Мне кажется, так намного как бы, цифр различимее, приятнее до глаз. И также можно сделать табло вот таким, чтобы цифры вылезали. Или сделать их углубленными. Но как бы в любом случае, когда смотришь вот так, все это дело сливается. Конечно, можно включить мягкие тени, но я отключил их для стабильности игры. Можно утопить их, сбоку будет видно хорошо. Или можно вот так сделать на одном уровне. Ну, это мелочь, просто я как бы говорю, что есть такие варианты. Я строю вот так. Таким образом, чтобы цифры выделялись. Имели такой рельеф видный. Ну, вот так. Табло у нас готово. Теперь нужно заняться прокладыванием питания. Начнем, пожалуй, с оранжевого. И подведем его к верхнему. Вот, вот таким образом факел воздействует на 3 блока поршней. Так, только на 2. Вот так на 3. Самая оптимальная такая штука. И здесь, в принципе, пока я 50 раз строил это в туториале, я понял, что можно некоторые блоки, так уже не буду запитывать, будет те возможные дорожки, ну, возможности уводить подальше. Как бы, а эти инверторы, которые нам необходимы, они как бы стоят только для того, чтобы скидывать сигнал вверх и вниз. Ну, поймете, допустим, чтобы они не пересекались. Вот так мы будем использовать, допустим, сигнал с розовой шерсти, с розовой дорожки отсюда, сюда зеленый. Таким образом как бы мы не даем им пересекаться и будем уводить их в сторону. Но все же лучше те возможные, которые получится, увести сразу. А инвертор, этот самый факел, поставить где-нибудь в другом месте. Где угодно. Так, надеюсь, я потом не пожалею, что не взял грань этого края табло на уровне. Ой, блин, извините, я ошибся.
Надо было этот розовый подводить. Оранжевый у нас, у меня все время с толку сбивает. Он для только для того, чтобы перекидывать значение. Так что я просто меняю цвет, чтобы ту всю конструкцию не рушить. Ну а репитеры я добавлю потом. Репитер здесь. И пошло питание наверх. Идем подальше. Я сейчас привычку убирать все эти лишние блоки на углах, которые необходимы для создания такой лесенки. Ну это как бы здесь это еще и полезно, потому что некоторые блоки могут мешать другим дорожке. Все же поставлю я репитеры. Сразу. Вот так. Пока провожу серую шерсть. И у нас готов один сегмент. Он закрыт сейчас, потому что используются два инвертора. Ладно. Ведем зеленую дорожку. Уводим в самый низ. Ну, она сильно передает. И подводим ко второму сегменту. Лучше располагать вертикальные и горизонтальные сегменты рядом. То есть два вертикальных слева, три горизонтальных, два вертикальных справа. Не, все правильно. Мне опять отвлекает вот эта вот штука. Так, едем дальше. Ставим, кладем дорожку. Кладем под столом. А здесь же я забыл поставить инвертор второй. Ставим его где угодно. Готово. Дальше. Вообще было бы хорошо не обойтись без инверторов. Без одних инверторов. Но не везде это получится. Как бы можно было. Я уже просто когда ток подводил, вот это я понял, что в принципе вот можно было заменить, допустим, шерсть на стекло. То есть делать 5 шерсти, 2 стекла. И тогда скорость выдвижения поршней была бы чуточку быстрее. Это смотрится, конечно, немножко покруче. Но тут проблема именно скидывания сигнала вниз, чтобы он не пересекался с соседним сигналом. И здесь еще проблема состоит в том, что нам нужно запитывать три блока. В общем, если подводить сигнал как-то по-другому к этим трем поршням, мы используем как бы всю длину провода и придется ставить репитер. Так что, в принципе, получается то на то. Дальше. Здесь мы положим шерсть чуть повыше. Чтобы она не касалась зеленой дорожки. И поведем ее в самый-самый наверх. Здесь нам тоже нужен будет инвертор, так что можем поставить вот так. Три дорожки готово. Ставим еще одну. Я делаю дорожки видимыми даже в земле. Хотя, знаете что? Ладно. Я подумал о том, что можно было, легче было подвести эту дорожку вниз, а эту наверх, так что, так как она все равно будет подниматься наверх. Мы чередуем спуск сигнала вниз, вверх, вниз, вверх. Ну ладно, думаю, подведем.
А я хотел сказать, что я даже в земле прокладываю дорожки, потому что там придется класть редстоун под землей. И... Поэтому уже место кончилось на жестком. И, допустим, если мы будем класть под землей редстоун, и захотим выбраться, чтобы мы не сбили так шерсть, ой, землю, там, с редстоуном или репитером. А так мы увидим, что здесь идет дорожка. Поэтому я ставлю шерсти в земле. Здесь у нас нужен будет еще один инвертор. Его можно добавить где угодно, даже здесь. И ставим зеленую дорожку, темно-зеленую. Кладем редстоун. Ставим второй инвертор. Пять дорожек готово, последние две. Это вводим на низ. И все-таки мы поменяем положение и подведем этот к верхнему сегменту, а коричневый подведем к нижнему. Начнем тогда с верхнего. Вот так. Вот так, значит. Не волнуйтесь, что мы пропустили два инвертора, мы их влепим попозже. А, вот думал, в чем дело, вот. Все, и осталась последняя дорожка. Факел, цепь, выход. Инвертор. И редстоун. Инвертор здесь совсем не нужен. Как второй инвертор дополнительный, как и на всех голубых. Ой, блин, голубых вертикальных. А я смотрю на голубом. Я зря поставил. А нет, здесь у нас же не было. Тогда все правильно. Если вот в чем дело. Все, если у нас все сегменты выдвинуты, значит все нормально. Теперь можно заняться созданием цифр.
И еще у меня такая задротская привычка брать все лишнее и минимизировать схему. Ну вот. А, созданием цифр. Значит, тот образец цифр, он пойдет только сюда, потому что тут расположение выходов, то есть отношение выходов и сегментов свое, а там уже немного другое. Они заточены именно под такой блок с таким выходом. Потом будет строить свои. А, значит, проверяем, включаем схему. И проверяем, какой у нас ряд поршней, как бы такой главный направляющий. Получается, что с этой стороны смотреть, то это правый верхний и левый нижний. А с этой стороны смотреть левый верхний. Значит, мы будем отталкиваться от него. Вот это пока надо убрать, чтобы оно не путало. Это нам тоже не нужно. Хотя сейчас буду строить точно так же опять. А, в общем, левый верхний. Значит, цифры будут идти, и смотрите, с этой стороны по часовой стрелке. 1, 2, а в порядке убывания их нужно будет строить против часовой стрелки. Ставим первую цифру. 0. Как мы видим, получается восьмерка, потому что в каждом сегменте нужно будет ставить изоляторы. И это будет стекло. Смотрим. Нам средний сегмент как бы должен быть отключен. Смотрим, это средняя дорожка. Ага, значит, вместо шерсти ставим стекло. Сейчас еще раз. Да, с этой стороны цифры будут идти в порядке убывания, то есть против часовой стрелки. Нам нужно строить в порядке нарастания, возрастания, то есть. Так, теперь делаем цифру 1. В ней используются только два сегмента, это у нас голубой и коричневый, поэтому мы ставим в следующем ряду шерсть на голубом и коричневом. Здесь так тесно. Ой, так свободно. Ставим там шерсть. А остальные, основной ряд заполняем стеклом. Остальные сегменты нам не нужны. Ой, блин, я уже после этого дня туториала уже начинаю забывать элементарные вещи. Сейчас спущу быстренько по кругу шерсть. Ну и заодно покажу. Как видите, такое положение как бы единственное, то есть постоянное. Это то, что правый верхний и левый нижний поршень первые толкают, так как на них нет задержки. Это значит, что левый верхний и правый нижний ряд, они всегда остаются пустыми. Ну, за исключением, конечно, того момента, когда через них проходит шерсть. Так что следующую цифру мы будем размещать не в этом ряду, а от него, так же, как и в том углу. Черт. Так, теперь нам нужна цифра 2, которую мы будем размещать вот здесь. Цифра 2 – это 5 сегментов, за исключением оранжевого и коричневого. Поэтому там мы ставим стекло. Оранжевый и коричневый.
Это у нас второй и седьмой. Оранжевый и коричневый. Все остальное заполняем шерстью. Весь ряд. Теперь цифра 3. Цифра 3 это 5 сегментов, за исключением оранжевого и салатового. Значит, это первые две дорожки справа. Их мы заполняем стеклом. То есть 2 кубика. Два блока. Остальное шерсть. Цифра 4. Цифра 4 это 4 сегмента, кроме желтого, салатового и оранжевого. Желтый, салатовый, оранжевый. Это получается 3 дорожки, которые расположены рядом. Значит, там мы ставим стекло и заканчиваем ряд шерстью. Это у нас лишнее. Цифра 5. Цифра 5 это все дорожки, кроме салатовой и голубой. Это у нас первая и предпоследняя. Там мы ставим стекло. Ну, а остальное заполняем шерстью. Ох, 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 ох. Неужели я опять напутал? Я прошу прощения, но... Вот этот вот ряд лишний. Сейчас я посмотрю. Цифра 0, 3... Три дорожки. Сможете просто заполнил их, но не ошибся. Цифра 1 это все. Цифра 2 это кроме оранжевого. Третий оранжевый тоже не нужен. Цифру 4 оранжевый нужен. У меня крайний ряд поршней все время отвлекает. Так, это у нас здесь стекло на цифре 5. Я зря поставил здесь, что 0, 1, 2, 3, 4. На цифре 4 оранжевый как раз-таки нужен. То, что нужен здесь. И не нужен здесь. Надеюсь, я ничего не перепутал. Но если даже перепутал, это легко исправить. И это даже будет хорошим примером, потому что у вас могут возникнуть проблемы с работой схемы, потому что у меня такое было сотню раз, и эту сотню раз я все эти вот ряды переделал заново, все это поправлял. Ну, тогда еще Minecraft глючил, версия была на 1.8, помню. Сейчас 1.7.2, 1.7.3 как бы качал, но не нашел на нее Too Many Items и Single Player Commands, чтобы они работали стабильно обе, а без них как бы так строить, ну, для меня нереально, я даже не стал так играть без них. Поэтому сижу на версии 1.7.2. В 1.7.3, конечно, может, уже убрали какие-то баги. Ладно, идем дальше. Цифра 6. Это все, кроме голубого цвета. Это значит, кроме вот этого блока. Все остальное заполнено шерстью. Цифра 7 то же самое, что 1, только с добавлением желтого. Это желтый, голубой и коричневый. Там у нас идет шерсть. А вот этот ряд мы тоже не используем, как и аналогичному по диагонали ряд, то есть он должен остаться пустым. Значит, желтый, голубой и коричневый это первый, второй и пятый. Значит, мы ставим вот здесь первый, второй и 3, 4, 5. Остальное идет стекло. 6, 7. Восьмерка, естественно, все, весь ряд будет заполнен шерстью, потому что он использует, эта цифра использует все 7 сегментов. А девятка, все кроме салатового.
Значит, на нем мы сразу ставим стекло. И эти два ряда полностью забиваем шерстью. И здесь я не поставил обсидиан. Думаю, почему так здесь просторно? Просторно и непривычно. Даже вот так. Ну а последний ряд у нас остается для... Я сейчас покажу на примере. А он, как бы у нас здесь идет весь ряд со стеклом, который не проводит сигнал. Когда вот эта вот шерсть идет на 9 обороте, вот мы сейчас посмотрим. Как бы вот цифра 8 полностью заполнена. Она такая, один ряд такой только у нас. А это у нас получается 7. То есть это 7, 8. И на 9 цифре, которая передается на табло в виде 9 цифры, здесь идет блок шерсти, который, находясь в этой позиции, гасит факел. За счет чего сигнал тухнет. И поршень, который всегда находится во включенном состоянии, вот этот поршень, он приоткрывается и пропускает сигнал, который также работает от клок-генератора и который имеет такую же частоту. Ну или может быть что-то другую, главное, что он проходит. Поршень приоткрывается, сигнал проходит, и вот вся эта схема делает один оборот. И мы получаем десятичную цифру. Поэтому мы заполняем его стеклом. А на цифре 9 ставим шерсть. Ну, если что, мы потом подкорректируем. Это у нас 8, это у нас 7. Значит, вот здесь мы ставим 7, 8. Да, здесь мы ставим шерсть. То есть в порядке возрастания на как бы ряду, с которого получается цифра 9. 7, 8, 9. А стальной круг закладываем стеклом. Теперь мы можем посмотреть, что получилось. И, конечно же, случится какая-нибудь фигня или ошибка. Вот. Схема работает не так. Если у нас этот блок пустой, значит, что тот поршень не успевает толкать шерсть наверх, то есть весь ряд. Ну, конечно, вот почему он не успевает толкать. Потому что я закрыл его шерстью. Поэтому подводим по-другому. Да, просто берем и подводим. Вот так. Я надеюсь, что питания хватит. Сейчас я разомкну клок-генератор, чтобы ничего не нарушилось. И вот эти дорожки. И просто проверю, хватает ли питания. Он уже подвинул. Ладно. Проверю, хватает ли питания до последнего поршня. Хватает. Да, что такое? Ладно, проверяем. И смотрим, сколько у нас вылезло всего не так. 0, 1, 2. На тройке ошибка, на четверке. Это все не страшно. Что-то все поправимо. Это даже, в принципе, нормально. Это у нас что, восьмерка? Можем посмотреть на сам ряд. Да, это у нас восьмерка. Включаем, делаем один оборот. Это у нас цифра 9. Значит, мы меняем оранжевый на салатовый. Оранжевый салатовый рядом, так что мы меняем положение шерсти и стекла.
Но это не значит, что они поменялись горизонтально, значит, что вертикально они прошли не такой круг. Это у нас цифра 0 должна быть. С нолем все в порядке. Единица. Единицы у нас. Вон только салатовый уже пошел наперекосяк. Единица. Делаем оборот. Сейчас бро делает такой нормальный, не слишком короткий. Двойка. С двойкой все хорошо. С тройкой. Что не нравится мне запад, что начинает оно не сразу. А почему так? Нужно разобраться, почему он всегда горит. Кто-то, может быть, его зажигает? Нет. Возможно, он просто заполнен включенное положение, как и с тем блоком. Так, вот у нас что, цифра 4. Тоже непонятно, что у нас. Ох, это еще хуже. А, вот в чем дело. Ну, такой вот глюк. И поди разбери, в чем дело. Вот оно. Про что я говорил. Вот первый раз я не поставил обсидиан. И вот такая фигня случилась. То есть он выдавил. Хотя во всех версиях я его ставил. Ну, во всех попытках сделал туториал, я ставил обсидиан. И всем я говорил, что вот такая фигня может случиться, но она не случалась. Я думал, ну, плевать на него, короче. И вот только не поставил. Такая ерунда. Так что придется все цифры делать заново. Я думаю, вы разобрались, как их делать. Я тогда не буду это записывать, просто вернусь уже с готовыми цифрами. Ну все, я сделал цифры как надо. Думаю, вы тоже с этим справились. Главное это направление по часу, в данном случае с этой стороны по часовой стрелке на возрастание цифр. И что еще? Ну и последний ряд у нас идет для скидывания сигнала на второй такой блок. В общем, подводя итог, я могу сказать, что, наверное, подведу его завтра, потому что уже без 2 минут 4 утра, пока я смонтировал видео, добавил там субтитры на свои косяки. То, что буду продолжать туториал завтра или послезавтра. Вот, если вы захотите делать дальше, да только его же туториал, то учтите, что следующий блок, такой блок с поршнями, у нас отступает одну клетку вправо и имеет ширину 5 клеток. То есть он, его край будет располагаться вот так. Нет, даже не так, а вот так. И то, что нужно будет подвести к нему уже не 4 таких сигнала, а нет, да, все правильно, там будет 4, две пары сигнала. И они будут проходить под землей, потому что нам уже не будет места, чтобы расположить его вот так, как бы в пространстве одной клетки. Потом мы не проводить его под землей, строить еще для него клок-генератор. Я посмотрю, может быть, все это удастся разместить под землей и отвести от этого клок-генератора. Я не помню, почему я так сделал, но, наверное, так пришлось. Поставим поршень и сделаем табло. Можно, в принципе, само табло, то есть начиная от края цифр до поршней, скопировать в программе Mac Edit и вставить рядом так, чтобы оно располагалось, чтобы между ними было две клетки. Ну так он смотрится круче, чем если будет три клетки. На этом пока все.